честь праздника в холле кинотеатра «Сочи» организовали выставку. Здесь можно было увидеть фотографии старого города и кадры из всем известных фильмов, которые снимали в Сочи. Режиссеров и сценаристов город притягивал еще с начала прошлого века. Одна из первых кинолент, снятых здесь, это «Лебединая песня». Она вышла на экраны в 1916 году. Кроме того, на курорте снимали фильмы, которые позже стали классикой отечественного кино. Это «Бриллиантовая рука», «Старик Хоттабыч», «Дамы приглашают кавалеров», «Парк советского периода» и многие другие. По некоторым подсчетам, в Сочи сняли около 50 кинолент. В этот день мы хотели бы вспомнить те фильмы, которые снимались в нашем городе, и выстроить мост как бы между прошлым и настоящим. Потому что если мы не будем помнить о том, что было, нам некуда будет идти вперед. Кроме того, в честь праздника устроили флешмоб. Каждому в руки раздали воздушные шары. С их помощью участники мероприятия попытались выстроить слово «Сочи». И даже несмотря на то, что это не совсем получилось, главное, отметили организаторы, это хорошее настроение и знакомство со старым добрым российским кино. Кино в любимом городе – это не единовременная акция. Это старт долгосрочному проекту, который будет реализован на территории города-курорта Сочи. Кинотеатр Сочи – это то место, куда мы ходили с детства и хотим сохранить наше наследие. На базе этого кинотеатра мы также будем проводить в рамках данного проекта массу мероприятий, таких как опен-эйр, круглые столы, семинары. Так уже в ближайшее время в кинотеатре «Сочи» для молодежи покажут фильмы антинаркотической направленности. И здесь же пройдет акция «Киносушка». А участники сегодняшнего мероприятия сразу после флешмоба отправились на бесплатный показ одной из киноновинок.